Дайджест недвижимости. Новости недвижимости на волне 101.0 в студии Анна Лапшина. Здравствуйте. В России зафиксировали падение спроса на квартиры в крупных жилых комплексах. О новой тенденции сообщил министр строительства и ЖКХ страны Михаил Мень. По его словам, проекты застройщиков, которые возводят, цитирую, «каменные джунгли» и не думают о городской среде и общественных пространствах, стали менее популярными у покупателей. Мень отметил, что россиян все больше интересует благоустроенная территория вокруг их домов. И привел в качестве примера город Киров, где реализуется проект поселка с малоэтажными домами. По словам министра, рынок движется именно в направлении продуманных проектов, помимо жилой застройки, включающих внутреннюю территорию и отдельные парковки. Дайджест недвижимости. Более 500 000 000 рублей потребуется на строительство новой школы в микрорайоне Урванцево. Общеобразовательное учреждение планируется возвести на улице Энтузиастов, 25, на участке площадью более 30 тысяч квадратных метров. Школа, строительством которой займется девелоперская компания «Железно», будет рассчитана на 1000 мест. Общая стоимость проекта составляет 548 миллионов рублей, уточняет городкиров.ру. Дайджест недвижимости. Самую дорогую квартиру в Кирове предлагают покупателям за 21,5 миллион рублей. Объект площадью 200 квадратных метров находится в центре города, на улице Молодой Гвардии. В квартире 4 комнаты. Самое доступное отдельное жилье находится на улице Некрасова, 34. За 16 квадратов в здании бывшего общежития продавец просит 600 тысяч рублей. Таким образом, квадратный метр в самой дорогой кировской квартире обойдется покупателю в 107,5 тысяч рублей. В самой дешевой – в 37,5 тысяч. При этом средняя стоимость квадрата на рынке вторичного жилья в мае этого года составила 43 тысячи 100 рублей. Это почти на 3% больше, чем месяцем ранее, сообщает аналитический портал Рейкеров.ру. На этом все. В студии работала Анна Лапшина. Дайджест недвижимости.